Это одно из самых футуристических городских сооружений. Над Канонерским островом и Морским каналом протянулся двухъярусный мост. Единственный в Петербурге и самый высокий. Двухъярусный мост входит в состав центрального участка западного скоростного диаметра. Переправу открыли в 2016 году. Ее длина более 700 метров, высота 52. Масштабное сооружение неразводное и спроектировано так, чтобы под ним беспрепятственно могли проходить суда. Сам по себе мост прямой, но при въезде на него со стороны Финского залива есть необычный плавный изгиб, и там же встречные полосы объединяются в двухъярусную конструкцию. На каждом ярусе по 4 полосы для движения транспорта. Переправа органично вписалась в промышленные пейзажи Канонерского острова. Движение по мосту открыто исключительно для транспорта, так что любоваться необычным сооружением можно только из окна автомобиля или здесь, внизу. А вид на одну из главных достопримечательностей морского фасада Петербурга отсюда действительно потрясающий.